Всем привет, это Слава. И у меня на канале я делюсь с вами советами о путешествиях и жизни за границей. И сегодня хочу показать вам крутейший, мой самый любимый магазин текстиля и декора – Мадам Коко. Если честно, минимум половина наименований в нашем доме именно этого бренда. От швабры до ковров, пледы, стаканы, постельные, зеркала и многое иное. Поэтому сейчас я постараюсь провести вас по одному из анталийских отделов, показать актуальный ассортимент и цены. Сразу хочу сказать, что здесь очень часто бывают скидки – 30, 50 и даже 70%, что делает цену прям вкусной. И я себе даже запретила покупать здесь что-либо за полную стоимость. Зачастую стоит немножечко подождать, и можно уже приобрести понравившуюся вам штуку в 3 раза дешевле. Сейчас идет скидка 70%, поэтому я постараюсь указать стоимость по актуальному на сегодня курсу с учетом скидки. Итак, предлагаю начать обзор со знаменитого домашнего текстиля. В Турции большой популярностью пользуются пике. Это эдакие хэбэ-пледики, которыми здесь застилают постель и диваны, накрывают кровати и укрываются в летний период. Здесь в каждой семье имеется минимум 3-4 пике, особенно если любят принимать гостей. Есть разные размеры. Вот пример, 200 на 220 стоит около $14. В составе минимум 50% хлопка. Такие пике мы тоже всегда используем дома и проверены годами. Причем, как видите, выбор просто огромный. А вот же пример варианта King Size 240 на 220 см, где в составе 100% хлопок. Стоит такое пике примерно $20. Еще я очень люблю здесь вот такие пляжные полотенца, которые стоят всего $4. Я их также использую еще и в ванной, так как не люблю махровые полотенца, включая те, что продаются в Мадам Коко. Мне кажется, они плохо впитывают. А вот вафельные и для рук и лица здесь также хороши. Что же касаемо постельного белья, которого здесь как фломастеров, на любой вкус и цвет. Во-первых, основная часть комплектов идет с простынью и минимум двумя наволочками, как мы привыкли. И после долгой жизни за границей в разных странах, особенно в Азии и в Эмиратах, где не часто можно встретить полный комплект белья, включающий простынь, а в Таиланде вообще любители продавать с одной наволочкой, здесь просто рай, когда вы получаете при покупке готовый полный комплект в цвет. Кстати, в Турции тоже пользуются большой популярностью простыни на резинках. Иногда их даже можно увидеть внутри комплекта, но все же чаще их докупают отдельно. Стоимость хорошей простыни на резинке варьируется около $12. Еще из личного опыта я вам буду рекомендовать вот такие наматрасники. Это очень крутая штука в жарком климате, и я пользуюсь ими абсолютно на всех кроватях, как детских, так и взрослых. Тем более, что стоят они не совсем дорого, а служат довольно долго. В активном режиме мы пользуемся такими чехлами минимум 3-4 года. Еще я очень люблю этот магазин за удобное описание каждого наименования. На нескольких языках, включая и на русском. Здесь указан состав, размер простыни под одеяльника, из чего состоит комплект. И что важно, здесь выбор на любой кошелек и случай. От бюджетных каждодневных комплектов до царских, праздничных и даже семейных. Плюс вообще нет проблемы с размерами, от односпальных до королевских. В среднем комплект белья в Мадам Коко стоит $30, а вот такие нарядные порядка 90. Последний раз мы брали несколько комплектов белья примерно лет 6 назад, перед приездом в Эмираты. Поэтому о качестве за последнее время вам сказать не могу, но думаю, что оно не испортилось. В Эмиратах Мадам Коко был только в Абу-Даби и с какими-то дикими ценами. А вот те комплекты, что мы брали в Турции перед отъездом,
Два из них, вот таких примерно сатиновых, мы отвезли на Украину и, к сожалению, ими не успели воспользоваться. Видимо, теперь на них спят семьи солдат и надеюсь, что им нравится. А вот постельных два комплекта, которые мы увезли с собой в Дубай, за пару лет после стирки немного выстирался цвет. Но я больше списываю это на ужасное качество воды, чем на плохое качество красителей. Мадам Коко – это бренд домашнего текстиля и декоративных изделий. Основан был в 2011 году в Стамбуле. Но в настоящее время более чем в 18 странах мира есть их представительства. В России тоже этот бренд пользуется большим спросом и имеет как свой сайт, так и продается на популярных онлайн-площадках. Предлагаю вам сравнить цены. На мой взгляд, в Турции получается гораздо дешевле. Эти магазины – это просто рай для женской половины человечества. Здесь продается просто огромное количество товаров для дома. И всегда есть реальные скидки на какую-то группу товаров. А также постоянные обновления. Следующий отдел, который я вам хочу показать – это напольное покрытие. Коврами мы не пользуемся, поэтому не могу прокомментировать. Но маме мы брали тоненький килим на пол, состаренный, с прекрасной расцветкой, прорезиновый и просто бомбический. И со скидкой шел вообще недорого. Еще вам буду советовать здесь вот такие коврики для ванн. Все не скользят, выдерживают массу стирок, служат годами и мягусенькие, просто обалденные. Так же, как и вот эти коврики, с которых дети прям не хотят слазить зимой. Теперь же предлагаю перейти, пожалуй, к самому многочисленному здесь отделу. Это посуда. Как я уже и говорила, основная часть года здесь есть скидки. И сейчас это 70% от ценника. И в это время мне кажется, что гениально здесь закупаться. Местные девушки берут здесь все для приданого. Хозяюшки покупают обновки или необходимости для дома. А также, когда здесь вас зовут в гости и вы идете в дом первый раз, обязательно нужно дарить подарки, да и вообще на все праздники. И вот этот магазин просто палочка-выручалочка для подобных случаев. Стаканы для воды и виски, бокалы и фужеры, вазочки, пиалочки, графины, чашки, причем как для чая, так и для кофе, и для кофе по-турецки. Причем здесь все очень приличного качества и даже спокойно выдерживает посудомоечную машину. Мы даже для нашего бара брали очень многое из Мадам Коко. Стаканы, тарелки, заварники. Все, что я показываю вам сейчас, это все оттуда. Вот, например, необычный графин с двумя стаканами, всего за 270 лир. Или вот такой из тонкого стекла интересной формы, за 15 долларов. Причем коллекции здесь обновляются почти каждый месяц, а самые удачные модели продолжают изготавливать из года в год. В Анталии порядка 15 магазинов Мадам Коко. Они расположены как во всех крупных торговых центрах, так и отдельно стоящие бранчи.
А по всей Турции их более 300. Так что вы спокойно можете по карте посмотреть ближайшее к вам отделение. Я вас, наверное, уже уболтала. Давайте я пока немножко помолчу и покажу вам еще немного красоты с ценами. Кстати, здесь еще представлен большой выбор ароматов для дома, как палочками, так и спреи, бомбочки для ванной, вкусно пахнущее мыло, но по качеству вас, к сожалению, не сориентирую, так как мы все еще пользуемся домашним парфюмом из Rituals. Кстати, если вам где-то попадется эта голландская компания, обязательно, обязательно туда загляните. У них бесподобная уходовая косметика и духи. Еще, как видите, здесь большое количество изделий из хорошего пластика. Думаю, это просто рай для любителей идеального порядка, раскладывая все по полочкам и коробочкам. Также здесь много скатертей. Помню, постоянно маме привозила отсюда резиновые круглые кружевные скатерти на стол, которые ну просто нигде нельзя было у нее найти. Смешно, но я даже пользуюсь шваброй из этого магазина. Она чуть не такая, но очень я ей довольна, и лучшей швабры у меня еще не было. Причем она шла по скидке за какие-то там смешные 60 лир. Дешевле нигде вы не найдете. Я могу еще очень долго бродить с вами по этому волшебному магазину, но боюсь, что у вас уже рябит в глазах. Поэтому, чтобы избежать передоза, скоро сделаю второй выпуск с новой коллекцией. Приходите, подписывайтесь на канал, где я рассказываю о том, как мы живем в разных странах, делюсь с вами опытом переездов и советами. Если не сложно, поддержите это видео лайком и комментарием, и до встречи в новом выпуске. Пока-пока!